Тяжело на тренировках, эффективно во время чрезвычайной ситуации. В Фурманове на территории технического техникума прошли открытые состязания по пожарному биатлону. Участники – 10 команд спасателей из разных уголков края. Им предстояло показать свои умения в скоростном маневрировании на пожарных авто, преодолеть полосу препятствий, помочь пострадавшим, потушить возгорание и поразить мишени из лафетного и ручного створов. За огрехи и заминки жюри без жалости начисляли штрафные баллы. Лучшими стали спасатели пожарной части номер 36 из Лежнего. Второе место у 46-й части города Кучеж. Бронза у огнеборцев из Верхнего Ландиха. Остальные получили бесценный опыт. Благодаря данным соревнованиям профессиональный уровень пожарных с каждым годом все повышается и повышается. Данные соревнования действительно входят в план наших мероприятий и ежегодно проходят в разных местах для того, чтобы более осложнить проведение подготовку спасателей.